Активисты Одинцовского отделения «Единой России» вместе с молодогвардейцами проверили состояние автомобильных дорог в поселке Горки-2. Инспекция прошла в рамках реализации проектов «Городская среда» и «Безопасные дороги». Депутаты отметили, что в ходе инспекции были выявлены локальные повреждения дорожного полотна, провал асфальтобетонного покрытия, выбоины, расхождение продольных и поперечных швов. Все замечания взяты на контроль Теруправления. В целом состояние улиц после зимы единороссы назвали удовлетворительным.